Мастацтва будучыні з вікавой гісторыі. 14 лютага споўніцца 100 гадоў сусветна вядомаму мастацкаму аб'яднанню «Уновіс», якое было створана ў Віцебску па ініцыятыве Казіміра Малевіча. Да знаменальнай даты ў Беларусі запусцілі маштабны праект «Уновіс 100», які ўключае насычаную праграму мерапрыемстваў. Напярэдадні юбілею творчага аб'яднання ў Музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча арганізавалі міжнародную навуковую канферэнцыю. Горад на Дзвіне сабраў десятки лепших доследчиков истории авангарду из разных кутков света. Главная тема – уплыв Уновіса на сусветную мастацкую культуру 20-го стагоддзя. Безусловно, научная конференция – это только главная, но только часть празднования столетия Уновіса, которое происходит в Витебске, в Минске, имеет вот такие отголоски в других странах, потому что это явление мирового масштаба. Это одна из принципиально важных школ в Европе наряду с Баухаусом и Хутемасом. Конференция протягнется у Национального мастацким музея Республики Беларусь. 15 лютого там открыется первая в Украине выстава работ уродженца Витебска, одного из самых молодых основателей Уновіса Лазара Хидикеля. У Витебску стагоддзе творчего объединения отсвяткуют масштабным перформансом «Супрем шторм», який почнется сегодня вечером у концертной зале Витебск. А у день юбилея Уновіса 14 лютого пройдет церемония спецгашения мастацкого маркированного конверта, выпущенного РУП «Белпошта» до стагоддзя объединения.